Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tobam bhagam Narayano priyamananga madapaharam Varanasi purapati bhajavi shanatham Bhagi sajusho badane Lakshmir jasya cha bhakshasi Jasya asti hidaya sambhir Vam nishingamaham bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Labdha sudurlabha midam bahusham bhavante Manushyam arthadam anittam api hadhira Turunam jateto Turnam jateto na pateto jat anumittu java Nisriya shayo vishu vishaya sarvataha sat Labdha sudurlabha midam bahusham bhavante Manushya marthada manitta mapiha dhira Turunam jateto na pateto jat anumittu java Nisriya shayo vishaya sarvataha khalu sat Gaudiya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал: никто не хочет служить Адакшаджа Бхагавану Пурушоттаме. Все хотят служить майе. Каждый готов делать это. Это хроническая болезнь, обусловленная душой. Прабхупад говорит, что мы обладаем вечными отношениями с Уттама Пурушей. Уттама Пуруша означает высшая личность в единственном числе. Уттама Пуруша, то есть я, имею вечные отношения с Бхагаваном, с высшим Пурушей. Обусловленная душа не может осознать, что есть Адакшаджавасту, поскольку Адакшаджавасту находится за пределами восприятия наших материальных чувств. Поэтому Уттама Пурушу, Пурушоттама, Адакшаджавасту обусловленная душа осознать не может. Поскольку он недоступен нашим материальным органам чувств. В этой шлоке говорится, что все мои заслуги, все, что у меня есть, я могу применить для того, чтобы познать абсолютную истину, другими словами, приложить все возможные усилия,
попытаюсь достигнуть абсолютную истину, у меня ничего не выйдет. Without knowing that absolute truth, I can come back with no profit. Если я попытаюсь подняться до абсолютной истины, я паду. У меня ничего не выйдет. They like to make a research, mental calculation research about that adakshaja vastu. Люди пытаются, опираясь на науку, познать адакшаджавасту. Но ни ментальные способности, ни наука, ни исследования не могут помочь познать абсолютную истину. English language is not scientific, so you cannot get the inner meaning. You cannot get the inner meaning. Не каждое английское слово передает в точности санскрит, значение санскрита. К примеру, слово говешана. Говешана meaning go plus ишана. Санскрит background you can split up. Go plus ишана. Go означает органы чувств. Как Говинда, Гопал. Тот, кто контролирует все чувства. Также это слово означает корова, поскольку Бхагаван Шри Кришна, повелитель коров, он заботится о них. Ришикесо севанам бхакти руттам. I told na many times. So Govishana mean go plus ishana. Go mane by the help of my material sense organ, by the help of go ishana переводится как при помощи своих органов чувств, интеллекта, ума. Я могу пытаться анализировать, что есть истина, а что ей не является. Занимаясь исследованиями, мы постоянно задаемся вопросами. Поскольку для прогресса необходимы ответы на вопросы. Например, известные исследователи Кюри, муж и жена, они были очень бедны, но занимались наукой, исследованиями. Исследовали радиацию. Уран, плутон. И для исследований были необходимы дорогостоящие материалы. Но поскольку они были бедны, они воспользовались материалами, которые как отходы оставляли заводы. Они взяли какую-то часть вещества и спустя долгое-долгое время они
получили, извлекли из него то, что им было необходимо для исследований. И для того, чтобы продолжить исследование, они поместили его в особое вещество, и на следующее утро дохотели приступить к исследованиям, но когда открыли банку, обнаружили, что появилось свечение. Они поняли, что получается какое-то ценный материал. Проделали то же самое еще с одним, и вновь образовался этот материал. И затем они поняли, что это ценный материал, который производит альфа-бета-гамму. И впоследствии они поняли, что это вещество может быть очень полезным в исследовании тела человека, и мы до сих пор пользуемся их открытием в форме рентгена и так далее. Если у вас возникает вопрос, этот процесс называется парипрашна. То есть вопросы, которые у нас возникают, должны быть совершенными, другими словами, должны относиться к атме. И возникать они должны после долгих размышлений, а не от праздного ума, не от беспокойства ума. Таким образом, в преданном служении, даже для того, чтобы задавать вопросы, необходимы минимальные качества, минимальная квалификация, без которой задавать вопросы мы не сможем. Задавать стоящие вопросы. Материальные вопросы бессмысленны. Если вы станете задавать материальные вопросы гуру и вайшнавам, они не станут давать на них глубокие ответы. Но если это будет парипрашна, они будут очень рады слышать ваши вопросы и ответят на них. Как это было в случае с Шукадева Госвами и Парикшит Махараджем. Он был очень счастлив услышать вопросы Парикшит Махараджа. Вопросы Парикшит Махараджа не были обычными мирскими вопросами. Они возникли после того, как Парикшит Махарадж понял, что жизнь может оборваться в любой момент. Очень легко говорить о том, что она бренна, что она длится совсем короткий промежуток времени, но сложно осознать это. Если кто-то примет решение больше не бежать за чувственными наслаждениями,
поскольку в этом мире две вещи очень важны, занимают главенствующее положение, это наслаждение и отречение. Бхога, наслаждение, все хотят наслаждаться, все стремятся к ним. Но что будет по-настоящему ценно в материальном мире? То есть в материальном мире ценятся состоятельные люди. Те, у кого есть деньги, кто может позволить себе изощренные наслаждения. А второе, что значимо в этом материальном мире, это материальное отречение. И таких людей также почитают в обществе. Тем не менее, как правило, люди не понимают, что и отречение, и наслаждение опасно. Настроение наслаждения, желание наслаждаться навлекет на вас много проблем. В Гите Бхагаван говорит: Он говорит Арджуне: тот, кто по-настоящему разумен, никогда не стремится к материальным наслаждениям. Поскольку у материальных наслаждений есть начало, и очень быстро они заканчиваются. Я знаю, что вы наслаждаетесь напитками на субботних праздниках, танцуете и радуетесь, но вы не понимаете, что ждет вас впоследствии. Если бы вы знали об этом, конечно же, вы не стали бы так наслаждаться. По-настоящему разумный человек никогда не стремится к чувственным наслаждениям. Точно так же не стремится к отречению. Поскольку материальное отречение также повлекет за собой много проблем. Оно не поможет. Нам необходима юкта-вайрагья, благодаря которой мы сможем удовлетворить Бхагавана. Но настроение наслаждения и настроение отречения необходимо оставить. Когда я смогу понять результат моих наслаждений, что ждет меня в конце их, у меня пропадет стремление к ним. Прабхупад часто говорил, что тот, кто принял отреченный образ жизни, брахмачари, саньяси, обязаны понимать краткосрочность материальных наслаждений. К примеру, когда человек пьет алкоголь, он губит его здоровье, его внутренние органы. Теряют здоровье. Прабхупад говорит, что подлинный садху
осознает, что, глядя на материалистов, которые, безусловно, наслаждаются, что влекут за собой эти наслаждения, каков их конечный результат. Я ни разу за всю свою жизнь не встретил семейную пару, которая бы сказала, что они счастливы, чтобы и муж, и жена сказали, что они счастливы. Постоянно какие-то ссоры, судебные тяжбы и так далее. По 8 лет люди судятся. Они начали семейную жизнь с благими намерениями. Они хотели счастливо жить, но ничего не вышло. Таким образом, любое наслаждение, даже те, кто стремятся к лабхе, пуже, пратиштхе, когда они получают желанное, когда у них много денег, денег столько, что можно с утра до вечера есть, и деньги не закончатся. В действительности, такие материалисты сами приглашают проблемы в свою жизнь. Я однажды наблюдал, как один духовный учитель захотел проверить своего ученика. Он внимательно изучал его качества, точнее, нескольких учеников. А есть те, кто без разбору принимает всех и каждого, но это такой процесс не приводится в шастрах. То есть говорится, что гуру должен проверять. Но, конечно же, если вайшнав чувствует свою силу, что он может исправить обусловленную душу, он может делать так, может принимать без разбору всех и каждого, но... Как вы помните, в прошлую картику я говорил о последних наставлениях Шри Кришны Удхаве Махараджу. Возможно, вы помните, мы начали говорить о 24 гуру, которых встретил Авадхута Саньяси. Яду Махарадж спросил, как возможно, что у тебя нет ни денег, ни дома, но ты счастлив. У тебя же даже нет нормальной одежды и нет никакой уверенности, что сегодня ты поешь. Ты страдаешь от жары и холода. Но ты счастлив, не обращая внимания на окружающую среду. Как тебе удается это? И похоже, ты не болен, ты очень здоров. Ты мог бы работать, ты мог бы зарабатывать деньги, но ты не делаешь ничего. Как маленький ребенок. Он постоянно играет и счастлив. Я себя помню, с утра до вечера играл, столько было сил, энергии. Я не знаю, откуда у меня было столько энергии и столько счастья.
Если вы взглянете на чистых гуру и вайшнавов, они постоянно испытывают счастье. Они всегда счастливы. Сучидар Госвами Махарадж, Пури Госвами Махарадж. Когда бы вы не взглянули на них, они всегда счастливы и не обеспокоены никакими проблемами. Даже когда Гуру Махараджу было 98 лет, доктор сказал мне: «Сердце твоего Гурупада Падмая все равно, что сердце 19-летнего юноши». 98 лет было Гуру Махараджу. Он всегда был счастлив. Мы ищем наслаждение снаружи. И в этом наша ошибка. Но наслаждение внутри нас. Мы как слепцы, как слепые, пытаемся нащупать счастье. Но оно внутри нас. Необходимо лишь отыскать его при помощи шутха, гуру и вайшнавов. Я уже рассказала 24 гуру. Затем Авадхута Саньяси сказал: у меня есть еще один гуру. Это мое тело. То как же такое возможно? Твое тело, твой гуру? Да, сейчас я объясню. И вот ход Махараджа начал. Мое тело учит меня, там постоянно предупреждает меня, что в любой момент я могу потерять его. Оно постоянно заставляет меня быть начеку. В любую секунду ты можешь оставить тело. Но прежде чем это произойдет, постарайся задействовать его в правильном русле и обрести осознание. Это тело очень, может быть, очень полезным для тебя. Руки, глаза, ноги, рот. Все тело предназначено для Бхагавата-бхаджана. Бхагаватам подтверждает это. Оно не для того, чтобы зарабатывать деньги, не для того, чтобы наслаждаться. В Бхагаватам сказано вновь и вновь, что тело для того, чтобы обрести самоосознание, для того, чтобы совершать Бхагавата-бхаджан. Человеческое тело — высший инструмент, при помощи которого мы сможем, совершать садхана-бхакти и достичь высшей цели. В пятой песне Шримад-Бхагаватам полубоги молят Бхагавана: «О Прабху, если у нас есть хоть какое-то сукрити, если мы сделали хоть что-то благоприятное, позволь нам родиться в Бхарате». Неправильно будет сказать в Индии, в Бхарате. Мы хотим родиться на земле Бхараты. We can desire so many things
Конечно же, мы многого можем хотеть, но пока ты не дашь нам этого, ничего не произойдет. Но мы молим тебя сделать, исполнить наше желание. Обусловленная душа может иметь разные желания, планы. Но если Бхагаван не даст свое добро, ничего из этих планов не сбудется. Ни семейная жизнь, ни образование, ни богатство. Все будет впустую, если Бхагаван не даст на то добро. Итак, Авадхута Саньяси объясняет, что мое тело постоянно предупреждает меня, напоминает мне, что необходимо использовать, задействовать свое тело в Бхагавата Бхаджане. Оно бренно. У нас по 36 проблем на дню появляются. Болит голова, после обеда нас тошнит, вечером дизентерия внезапно начинается. Так что же мы можем делать? Имеется в виду, какие планы может строить такая обусловленная душа, как мы? Авадхута Саньяси говорит, что постоянно его тело напоминает ему, что в любой момент твое тело могут сожрать шакалы. Чем тебе гордиться? Может питон проглотить. Все, что угодно может произойти с телом. Поэтому прежде чем покинуть тело, необходимо совершать хари-бхаджан. Об этом говорится в этой шлоке, с которой мы начали. Тот по-настоящему разумен, кто задействует свое бренное тело, в достижении нектара, амриты. Тело предупреждает меня, будь осторожен. В любой момент тело могут сожрать дикие животные и гордиться абсолютно нечем. И с этого момента мы можем продолжить. Вспомните наставление Прохлада Махараджа. Который он дал своим друзьям. Всем своим одноклассникам он советовал. Вы получили
тело, но после того, как вы оставите его, у вас вновь появится такой же шанс, вы опять получите тело. Oh, my friends, Daitya Balak, enjoyment you can get any life. Друзья мои, в любой жизни вы сможете наслаждаться, в любой форме жизни. Наслаждаются лисы, наслаждаются комары. Да, наслаждение варьируется. Возможно, вид наших наслаждений отличается от вида наслаждений полубогов. Возможно, тип и способ наслаждения меняется. Тем не менее, наслаждения доступны в каждой форме жизни. Начиная с Брахмы, заканчивая навозными червями. Все наслаждаются. Кто-то наслаждается тонкими вещами, как полубоги. Но мы наслаждаемся грубыми, грязными вещами. Прахлад Махарадж говорит, чувственное наслаждение можно обрести в любой форме жизни. Когда вы оставите это тело, у вас появится следующее. Это будет происходить до бесконечности. Вспомните эту шлоку. Нет никаких новых наслаждений, но нам вновь и вновь кажется, что наслаждение на «вы». День за днем я буду объяснять, что такое смерть. Что вы подразумеваете под словом «смерть»? Смерть означает обрубание связи с вашей предыдущей жизнью, с тем, что окружало вас. На самом деле смерти не существует, поскольку атма вечна. Это только тело рождается и умирает. Я знаю, что есть собаки, которые живут как цари. В Калькутте, в Алипуре, живет один очень богатый человек. Так вот, в его доме живет 6 собак разных пород. И каждой собаке выделена по комнате. Одна из Испании, другая из Швейцарии, и все они из разных стран. У каждой собаки свой тренер, который дрессирует их. Есть слуги, которые убирают за ними, есть слуги, которые готовят для них. Они приехали к нему из разных стран, были привезены из разных стран и привыкли к разным температурным режимам. И в каждой из комнат собаки, в каждой из комнат установлен именно тот температурный режим, к которому привыкла собака. While going to Indian Institute of Technology, I used to go there.
Однажды ехал в поезде и видел одну бедную женщину, нищую женщину с грудным ребенком на руках. Она покупала чай, у нее не было грудного молока, то есть она не кормила, то есть она покупала молоко, макала в него печеньки и этими печеньками кормила этого младенца, этого ребенка. И видя это, я понимал, какова карма, то есть как даже этот ребенок, маленький ребенок, претерпевает результаты предшествующей кармы. То есть сейчас, вот, будучи ребенком, ему недоступно даже грудное молоко. Но какие-то собаки живут в королевских условиях. Что это, как не карма? Есть люди, которые голодают и не могут позволить себе самые дешевые продукты, в то время как есть те, кто тратят миллионы впустую на всякую ерунду. Такова карма, плоды кармы. Ведь каждый ребенок, каждому ребенку положено молоко, но вот у этого ребенка не было возможности пить молоко, грудное молоко матери. Таким образом, все живые существа претерпевают страдания, начиная с Брамы. Все подвержены карме. А есть также собаки, которые по 4 лакха каждый месяц зарабатывают. Даже больше 5 лакхов в Англии, в полиции. У них есть отделение детективов, которые используют собак, натренированных собак. Но здесь, в Индии, они и 500 рупий в день не получают. Рабочие, простые рабочие. Если вы постоянно не сможете так анализировать происходящее, вы постоянно, ваш ум будет беспокоен. То есть имеется в виду, что вы не утвердитесь в баджане. Мы вновь и вновь должны наблюдать. Затем, что происходит, то есть за тем, что ждет каждого, что будет впоследствии. И, возможно, вы будете совершать ошибки, у вас не будет получаться идти по пути преданного служения. Я знаю, вам придется падать вновь и вновь, но наступит день, когда вы достигнете успеха. Итак, мы должны вновь и вновь размышлять над тем, насколько важно быть сфокусированным. Ведь Майя Деви настолько эрудирована, что изощренными способами играет с обусловленными душами. Когда девушка выходит замуж за юношу, Майя Деви заставляет их сфокусироваться на наслаждениях. Она ослепляет их. Она не позволяет видеть все таким, как оно есть. И Прабхупад часто говорил, что те, кто совершает баджан, должны закрыться
знанием, пеленой знания, для того, чтобы не наблюдать за мирскими наслаждениями этого мира. Возможно, вы видели, как лошади, которые везут колесницы, их глаза закрыты по бокам так, чтобы она не видела ничего, кроме дороги. Она смотрит исключительно вперед, потому что ее глаза по бокам закрывают специальными приспособлениями. Потому что если она увидит машины, которые проезжают рядом с ней, или еще хуже, поезд, у нее начнется паника, она начнет брыкаться. Итак, Прабхупад говорил о подлинных, о тех, кто по-настоящему стремится избежать наслаждений, от всего сердца наслаждаться, от всего сердца избавиться от наслаждений. Прабхупад говорил таким личностям: брамачари и саньяси должны думать о том, что ждет за наслаждение, что будет за наслаждениями, чем они закончатся. Но нельзя забывать, что Майя Деви очень разумно заставляет, то есть ослепляет тех, кто наслаждается, и заставляет их забыть о том, что будет дальше. Майя Деви делает так, что те, кто... Тот, кто наслаждается, не видит ничего, кроме своего наслаждения. И так она заманивает обусловленные души. Я знаю много подобных случаев. Я знаю случаи, когда в какой-то неудачной любовной истории девушка сожгла себя, и юноша также, оба попали в больницу, и их тела были полностью обожжены. Они не могли даже говорить. И в конце концов они оставили тело. Оба они. Вайшнава, говорит Прабхупада, даже грехастхи должны контролировать свою жизнь, свои органы чувств. И жизнь вайшнавов настолько упорядочена, что нам сложно представить. Махапрабху был очень доволен Шивананда Сеной. Поскольку он был выдающимся севаком. Итак, в любой форме жизни мы получим наслаждение. В теле обезьяны и даже в теле муравья. В теле пчелы, в теле навозного червя. Все они наслаждаются. Да, наслаждения разнятся, тем не менее они присутствуют в каждой форме жизни. Санатана Госвами описал, что происходит на Брамалоке.
Anywhere you can go. Where you can go. In 14 words anywhere. Куда бы вы ни пошли, на адские планеты. На высшие планеты, до планеты Брахмы, всюду наслаждение. Но что делать с ними? Разве они вечны? Разве они навечно решат наши проблемы? Нет. Поэтому те, кто по-настоящему разумны, сконцентрированы на севе. Конечно же, я знаю, что служение очень сложно. Сложно исполнять служение. Но нет другого пути. Если я не буду служить моему Гуру Падападме, знаете, сколько энергии я потратил на центр для Харикатхи на Бенгале? Я очень старался, приложил все усилия для того, чтобы сэкономить деньги, потому что их не было достаточно. И все это я делал для того, чтобы доставить удовлетворение Нитянанде Прабху, чтобы была Гадрума Намахата, чтобы создать ее. Чтобы вот эти неразумные люди получили благо. Я знаю, что они вряд ли они примут. Но, по крайней мере, я постараюсь сделать это. Так вот, Тавадхута Саньяси перечислил 24 гуру, 25-м гуру называет свое тело. И Бхактивинода Тхакур в своем киртане в связи с этим пишет. Когда знаешь Бенгали чуть-чуть, это опаснее, чем не знать его совсем, потому что когда знаешь чуть-чуть, тебе кажется, что ты понимаешь, но, как правило, ты понимаешь что-то не то. Лучше совсем не знать бенгали, чем... Лучше выучить полностью. Если Банадева Госвами Махарадж за 6 месяцев изучил немецкий, почему вы не можете выучить бенгали? Вы могли бы читать киртаны Бхактивинода Тхакура без перевода, читать Чайтанья-чаритамриту. Итак, в этом киртане Бхактивинода Тхакура пишет, что есть материальная самсара, она подобна тени, которая то появляется, то исчезает. Бхактивинода Тхакур сравнивает дживы в материальном мире с рыбами, которые... плавают в огромном пруду. Наслаждаясь. Он спрашивает, сколько вы еще сможете наслаждаться? И в конце киртана он говорит, почему бы вам не развить, не пробудить свое сознание? Вы что, не понимаете, что это оковы, вы связаны в материальном мире? Но когда вы обретете сознание, то есть
когда это может произойти? Когда ваше сознание пробудится? Лишь когда вы придете в соприкосновение с Четан-Васту, с Чайтаньей Махапрабху. Когда ваше сознание достигнет высшего расцвета, когда вы соприкоснетесь с учением Чайтаньи Махапрабху. Прабхананда Сарасвати Пад говорит, весь мир лишен сознания. Люди здесь подобны мертвецам. Нет у них симптомов жизни, нет признаков жизни, поскольку признак жизни — это бхактия. Поэтому Прабхупад говорит, это слова из Вайшнава Ке. Когда у нас появится интерес к проповеди? Сейчас у нас интерес к майе, к тому, как заработать побольше денег. Но если вы, у вас нет жизни, да, может быть, вы знаете технику проповеди, но к чему приведет такая проповедь? Прабхупад говорит, что лишь если есть жизнь, может быть и проповедь. Несмотря на то, что браджаваси не покидают Вриндаван, они проповедники высшего класса, поскольку их проповедь распространяется на все брахманды, их любовь Кришне безгранично. Точно так же, как Гаур Кришна Дас Бабаджи Махарадж, он не проповедовал по всему миру, тем не менее, он является гуру всего мира. В этих словах, которые содержатся в киртане Бхактивинода Такура, ответ на вопрос «Что же есть жизнь?» Но кому интересны киртаны Бхактивинода Такура? Даже в месяц Пурушоттама у нас нет времени на киртан. Настолько плачевно наше состояние. Итак, необходимо размышлять вновь и вновь о опасных последствиях материальных наслаждений. И, возможно, вам придется упасть сотни раз, прежде чем достичь успеха, но успех неминуем, если вы идете к нему. Итак, необходимо принять прибежище гуру, поскольку своими собственными усилиями успеха не достичь. Необходим гуру.
не деньги. По милости гуру в жизнь придет любая удача, поскольку гуру крипа — это фундамент. Нет ничего более важного на пути Харибаджана. Авадхута продолжает свою речь. Он объясняет, почему, в чем причина его спокойствия и счастья. Когда мы станем спокойны, когда мы достигнем умиротворения, когда нас перестанут беспокоить разные вещи, когда у нас исчезнут, когда в нас исчезнут желания. Нет желаний, нет проблем. Поскольку Авадхут Махарадж ни в чем не нуждался, ни к чему не стремился, ничего не хотел, у него не было проблем. Any amount of problem I am ready to face, provided you are happy. Bhagavan, hey Gurudev. Но преданный, чистый преданный говорит, ради тебя, Бхагаван, ради твоего счастья, я готов столкнуться с любыми проблемами. Это слова Бхактивинода Тхакура из Киртана. Если ради служения тебе мне придется столкнуться с трудностями, они не остановят меня. Я буду счастлив, страдая. Это и есть настроение служения. Но если понимать слова Адхута Махараджа буквально, можно ошибиться. Это не значит, что не нужно стремиться ни к чему. Стремиться нужно к тому, чтобы к садгуру, то есть принять прибежище его лотосных стоп. И именно благодаря садгуру у вас появится осознание. Шикшагуру может быть много. Учиться можно от всего, что окружает нас в материальном мире. Однако, если мы не примем дикшагуру, высшего блага нам не достичь. При этом дикшагуру должен быть подлинным вайшнавом. Сарги нарако евача дехинам яд ята дукшам ташмад не чату тад будха шукам индиакам раджан. Same sloka, like I already spoke about Prahlad Maharaj. Almost same. Шукам индиакам раджан сарги нарако евача. Авадхута Брахман говорит Яду Махараджу. О царь, наслаждения доступны как на райских планетах, так и на адских. Хотите увидеть, как наслаждаются в аду? Пойдемте со мной, я покажу.
как там пьют в окружении блудниц. Это и есть ад. Подобное можно увидеть и здесь. Tasmat nechato tadbudaha. But that enjoyment can put you into the ocean of miseries. Но эти наслаждения заставят нас потонуть в океане страданий. По-настоящему разумный человек не станет бежать за чувственными, материальными наслаждениями. А если ты, царь, хочешь наслаждаться так же, как я, если ты хочешь достичь такого же умиротворения и спокойствия, этого Авадхуту звали Аджагар Тапас. Аджагар означает питон. Так вот, царь, если ты хочешь понять, почему я так счастлив, я объясню тебе более научным образом. Я лежу как питон. Я ни у кого ничего не прошу, а лежу как питон. Каково поведение питона? Он просто лежит, а когда мимо проходит кто-то, он его съедает. Человек, животное. В Африке, в джунглях водится огромный, или в Бразилии анаконда огромная. Они достигают огромных размеров, колоссальных размеров. Так вот, я просто лежу и не стремлюсь, не прикладываю никаких усилий для того, чтобы что-то обрести, чтобы найти пищу. Иногда ко мне подходит и дает ее, а иногда никто не приходит, и я не обращаю на это внимания. Бывает так, что по два дня я не получаю пищи, но спустя какое-то время ко мне приходит очень много еды. То есть, не прикладывая никаких усилий, я принимаю то, что приходит ко мне по желанию Бхагавана. Я просто лежу под деревом, а кто-то... Авадхут Саньяси никогда ни с кем не говорил, но сейчас с царем он вступил в разговор. Лишь после встречи с встретив Яду Махараджа, он сразу понял, что перед ним преданный, и поэтому он стал говорить с ним. Как в случае с Прохладой Махараджем. Он также однажды встретился с Авадхутой. И тот Авадхута,
никогда ни с кем не говорил. Но с Прахлад Махараджем он заговорил. Иногда приходит кто-то и приглашает меня, берет и ведет меня к себе в гости. Начинает омахивать, предлагает мягкую кровать, перину, укладывает меня спать. Я спокойно сплю, а потом они прогоняют меня, и я продолжаю спать под деревом, не обращая внимания, не претерпевая никаких проблем. Иногда меня приглашают принять омовение. Они просто берут меня и ведут к воде, моют меня. Как правило, я грязный, но также это не доставляет мне никаких трудностей, неудобств. How you can realize a Muni? How you can realize? Как можно узнать Муни? Каковы признаки Муни? Авадхут Саньяси объясняет, он является Гамбир. Я посетил Ганготри, Гомук, я был в различных местах Гималаев, в опаснейших местах, выше Гомука, и даже местные жители не ходят туда, поскольку это слишком высоко. Там я встретился с различными саду и муни. И они были очень, что называется, гамбир. Один муни, которого я встретил в Ямунотре, это было очень давно, 25 лет назад. Так вот, этот йоги сказал мне, что последние 40 лет он находится там. Вокруг его окружает снег. И он там сидит в медитации. Никуда не ходит. Одна Матаджи там, в горах, высоко живет. Она также йоги. Она из Карнатаки, очень черный цвет ее кожи. На нее посмотришь и скажешь, Кали, очень пожилая. Так вот, она 30 лет совершает там аскезы. И много других саду я встретил там. Так вот, Муни, к примеру, наш Прабхупад, он не говорит по пустякам, он говорит лишь во время Харикатхи. Постарайтесь понять, кто есть Муни. Это тот, кто всегда готов говорить Харикатху, совершать киртан, но не распыляется на пустые разговоры. Если бы вы предстали перед Прабхупадой, вы не смогли бы вымолвить ни слова, чувствуя его величие. Если кто-то
Мадхва Госвами Махарадж, мой Гуру Махарадж говорили, что когда люди подходили к Прабхупаде, они, их губы начинали трястись. Они перед величием Прабхупады они не могли ясно выражаться. Помните, как я однажды говорил, Прабхупада однажды спускался с библиотеки и взглянул на проходящего мимо юношу, которому было 20-22 года. Он своровал что-то в матхе, в читании матхи. Своровал джекфрут. В саду читания матха. И когда он уже шел назад, он случайно взглянул на Прабхупаду, а Прабхупад взглянул на него. То есть все, что ему осталось, просто перепрыгнуть через забор. Он уже взобрался на него, и еще секунда, и он уже был с другой стороны матха. Но когда он взглянул на Прабхупаду, он притянул его как магнит. Уже не смог спрыгнуть. Как будто бы Прабхупад притянул его как магнит, то есть заставил его остановиться. Он как будто бы схватил его. Это чудесно. Чудо. Он легко мог бы спрыгнуть и убежать, но не сделал этого. Он смотрел на Прабхупаду, а Прабхупад смотрел на него. Таково величие Муни. Это и есть Муни. Точно так же, если бы вы предстали перед Бхактивинода Такуром, вы лишились бы речи, дара речи. Так, Авадхут Махарадж говорит, кто такой Муни? Это тот, кто вечно счастлив. Нет у него никаких расстройств, неудовлетворенности, горести, печали. Он всегда сконцентрирован. Лишь взглянув на него, нельзя постичь его. То есть можно увидеть, что в нем сокрыто что-то глубинное, но не так легко его разгадать. Есть в нем что-то, что недоступно мне, непостижимо для меня. Его невозможно разгадать так, будто бы перед вами бесконечность, будто бы между нами бесконечная дистанция, которую я не могу пересечь и не могу прикоснуться к его сердцу. Если вы можете сами попробовать, взгляните на чистого преданного, на его лицо, в его лицо, и вы увидите, что он лишен каких-либо переживаний. Взгляните на Шрила Шридхара Госвами Махараджа, на Шрила Бхактипрагьян Кешава Госвами Махараджа, на Шрила Бхактипрамод Пури Госвами Махараджа. Они не испытывали никаких волнений, тревоги. Любой чистый преданный обладает полным умиротворением. Будто бы
в их сердце, будто бы их сердце наполнено амритой, которая приносит им вечное удовлетворение. Они понимают, что есть эта жизнь. Они понимают подлинное значение материальной жизни. Они видят прошлое, настоящее и будущее. Мы плачем, страдаем от того, что сгорел наш дом. Хотели построить, хотели, чтобы у нас был замечательный дом, а потом он сгорел. Или хотели, чтобы ваш сын вырос, и все у него в жизни было замечательно, но из-за коронавируса ваш ребенок погиб, умер. Поэтому я никогда, то есть это то, что я вижу, видел на протяжении своей жизни, поэтому я никогда не мечтаю. Да, я мечтаю в плане баджана. И в моей жизни было такое, что я хотел обучить одного человека, но в конце концов он ушел в материальную жизнь и совершенно отказался от пути преданного служения. Я лишь полагаюсь, теперь, то есть я полагаюсь лишь на Бхагавана. Если я найду достойного человека, я вручу руки ответственность за Гошалу, за проповеднический центр, но пока я не вижу такой личности. Gaping of infinity, I can never make up to realize their heart. Akshobho, no agitation, and it is just like specific ocean, you know. The small ocean, I mean not so, you can get some. Саду подобен мировому океану. But specific ocean, you know, 20,000 league under the sea, there is deep mystery. В котором нет никаких волн. Как вы можете знать, по сей день Нараяна Муни совершает баджан Бадринатхи. Бадринатхи в Гималаях. In Brajadham also, in Kamban, I went to Gangotri, there. All pilgrimage there in Vrindavan.
На самом деле во Вриндаване присутствуют все священные тиртхи, и Бадринадхи, и Кедранадх. Там один муни под названием, по имени Рибу, совершает баджан. Уже тысячи лет его не видно, его невозможно увидеть. Высоко на холме этот риши совершает баджан. They are not feeling any agitation, like one big ocean, like Pacific Ocean. И подобно мировому океану, который лишен волн, чистые преданные ни муни, ни риши не испытывают никаких тревог, никаких переживаний, никаких волнений. Разве можно измерить, сколько литров в океане? Если вы возьмете из этого океана огромное количество воды, его уровень не изменится, он не мельчает. Таков муни и риша. В океане не убывает вода в моменты засухи и точно так же в моменты. Во время дождей. And different kind of fighting going on. Who can throw one atom bomb? Which country? Where? Who knows? Сейчас повсюду идут войны. Кто знает, какая страна сбросит атомную бомбу? Так жизнь может оборваться в любой момент. Жизнь бренна. Desire never can expect any material improvement. Samriddha kama hino ba narayano paro muni. No sarpet no shushet sarid sarid bhi riva sagaraha. They are never going to, their heart, their false ego, there is no false ego. О, муни и риши нет ложного эго. Даже если они не возгордятся, если разбогатеют и обретут славу, в то же время не расстроятся, если лишатся всего, что, чем обладают. Going to contribute their water in the ocean, but still inflation. Многочисленные реки впадают в океан. Все реки, находящиеся в этом мире, впадают в океан, но это никак не меняет его уровня. In front of them, any kind of maya can come. Any kind of maya can come. Точно так же перед муни и риши может предстать майя. Саду, байшнав, any kind of maya can come. Maya can do nothing with them. Но она безвластна перед ними. Вспомните историю с Харидас Такуром. Разве смогла Лакшахира повлиять на Харидас Такура? Разве она смогла осквернить его? Разве она смогла очернить его славу? Нет. Потому что он подлинный муни.
Она потерпела поражение. И в конце концов получила его милость и сама стала великим саду. К ней за даршаном приходили великие саду и брали великие ачарьи, брали пыль с ее лотосных стоп, умощали свои головы пылью с ее лотосных стоп. Итак, Бхагаван говорит Удаве. Мой гуру Падма тоже рассказывал эту историю и смеялся. Он говорил, Бхагаван говорит, что женщина, творение Господне, которое может, то есть лишь Господь может лишь вот этим творением, женщиной, управлять всем миром. Никто не может устоять перед женщиной. Это говорится и в Бхагаватам, в прославлении Бхагаватам. That Maya, Bhagavan also speaking. My only one Maya, Bhagavan speaking. Only my one Maya, this creation, this woman. If they are going to, лишь одним проявлением Майя, женщиной, лишь если она одним движением брови она может подчинить себе царей, императоров и так далее. То есть Господь через нее может управлять людьми. Вспомните Вишвамитра Муни и Менака. Ваман Госвами Махарадж говорил то же самое. Если мы станем думать вот в истории Вишвамитра Риши, что Риши, они могут пасть в любой момент, и нет, здесь это неправильно, потому что в этой истории с Вишвамитра Муни нам предоставляется пример того, как легко можно пасть, как опасна майя. В Нити-шастре говорится, Мунинам чоби брамаха. There is one common word going in Нити-шастра. Principle. Нити-шастра. What is that? Мунинам чоби брамаха. Those Муни-ришис, they are also making mistake. But the inner meaning we know. Даже муни и риши совершают ошибки. Но за этими словами в действительности стоит, что муни и риши ради нашего же блага якобы ошибаются. К примеру, Дурваса муни, Васиштха муни, они риши, они обладали могуществом. Вишвамитра муни. Vishwamitra Muni was the is the first man who saw this Gayatri Mantra what we are chanting in Gayatri. So powerful. Он был первым, кому была дана Гайтри мантра. So one example against I can give you one example in front of you. What is that? Нара Нарайана Риши, I already told you. Один пример. Нара Нарайана Риши. Совершали аскезы в Бадри Нарайне. И однажды
царь райских планет, захотел их падения. Он решил подослать к ним апсар, райских красавиц. Ну, подумал, я создам замечательную атмосферу. Эти девушки, прекрасные девушки, начнут танцевать перед ними. Музыканты играть на различных инструментах. И, конечно же, они падут. Также Индра послал Менако, самую прекрасную девушку с райских планет. Итак, Наранарайна Риши совершали аскезы. Их окружили прекрасные девушки, которые танцевали, полуобнаженные перед ними, музыканты играли. И, видя все, что происходит, Индра решил, что он уже победил. Но тут медленно они открыли свои глаза. Они взглянули на этих апсар, и когда апсары, гандхарвы, увидели их, они настолько испугались, подумали, что сейчас эти саду сожгут нас с одним своим взором. Начали просить прощения. Пожалуйста, нас, простите нас, нас послал Индра. Они таким образом одним лишь взглядом Риши, Муни, Риши, Наранарайна заставили устыдиться Гандхарви и Апсар. А за, вслед за ними пришел Индра Махарадж просить о прощении. И что сделал Нара? Что они сделали? Они потерли бедро и создали прекрасную апсару. И была она настолько прекрасна, что даже в райских планетах, на райских планетах не было равной ей. И сказали, забирай ее как пожертвование. Идите на райские планеты и наслаждайтесь ней. Бесплатно, ничего не надо платить. Урваши, это было Урваши. Урваши происходит из... То есть ее имя образовано от ее происхождения. То есть она изошла из бедра Риши. И она считается самой прекрасной девушкой на райских планетах. И нет равных ей в красоте. Она заставила пасть многих и многих царей. Вспомните, Пурурава. Он пал. Он был могущественнейшим царем. Но впал, пал перед ее красотой, был очарован ей. Когда демоны нападают на райские планеты,
и полубоги не могли справиться с ними, они уже были абсолютно беспомощны перед ними, они обращались к Прураве, то есть настолько могущественным он был, что не мог с ним не могли сравниться даже полубоги. Так вот, этот самый могущественнейший Прурава был очарован Урваши. Можете представить? Выдающийся воин, который мог победить демонов в одиночку, молит лотосные стопы Урваши, пожалуйста, спаси меня. Вы представьте, что есть майя? Полубоги отдают ему честь. И он как нищий валяется в ногах Урваши. Таково величие майя. Почему Махапрабху был настолько строг? Теперь вы должны понять это. Почему Гуру Кишардас Бабаджи Махарадж побрился, как-то сделал французскую бородку и оделся во фрак, предстал перед Бхактивинода Такуром. Увидев его, Бхактивинода Такур спросил, в чем дело. И Гуру Кишардас Махарадж рассмеялся и сказал, теперь никто не будет меня обвинять. Когда я ношу Бабаджи Вешу, все меня постоянно обвиняют. Вот, якобы я падший, делаю не то и не это. И, глядя на это, Бхактивинода Такур смог понять глубинный урок, который хотел преподнести Гуру Кишардас Бабаджи Махарадж. Однажды Гуру Кишар Баба пришел в дом Бхактивинода Такура и сказал, Сахаджи и Бабаджи говорят, что Махапрабху был слишком строг с Чота Харидасом. Он поступил неправильно, поскольку Чота Харидас не сделал ничего страшного. Он мог бы простить его, он был чрезмерно строг с ним. Ведь он, по сути, ничего-то и не сделал. А Махапрабху так жестоко прогнал его. Но почему Махапрабху был так строг? Если вы действительно хотите совершать баджан, вы это поймете. Нам доступны тысячи харикатхи, тонны харикатхи. Мы слушали Шридхара Госвами Махараджа и других выдающихся вайшнавов. И мы должны бы понять, почему Махапрабху был настолько строг. Почему? Причина в том, в действительности это очень тонкий вопрос. Почему Прабхупад был настолько строг? Почему Бхактивинода Такур был так строг? Почему Гауранга Махапрабху был так строг? Потому что это очень важный момент. Женщину можно сравнить с огнем, а мужчину с маслом. Поэтому недопустимо запретное общение, недозволенное общение. Ну, теперь все понятия смешаны, все правила нарушаются. И никто не
и нет никакого наказания за это. Кешава Госвами Махарадж деревянными сандалиями бил тех, кто вел себя в этом отношении неправильно. А теперь кто сделает это? Но так или иначе, кто нарушает эти правила, уничтожают себя и уничтожают все общество, якобы, то есть под именем проповеди. Почему Махапрабху был так строг? Почему он говорил, что даже деревянная статуя женщины может заронить вожделение в сердце? Пробудить вожделение в сердце. Даже умы Муни и Риши могут быть потревожены женщиной. Этому есть много примеров. Риша Шринги Муни в Махабхарате описана, его история и в Рамайне также. Куда бы он ни приходил, Риша Шринги, куда бы он ни приходил, в места, где была засуха, там же тут же начинался дождь. И в одно королевство, в котором не было дождя, уже долгое время царь этого королевства послал прекрасных апсар к нему, которые привлекли его, и тем самым завлекли в это королевство. Так вот, даже этот Риши поддался соблазну. Таким образом, даже умы Муни и Риши могут быть обеспокоены женщинами. Словно ветер, ум может быть унесен женщиной. You should remember, remarkable. What is drishtva striyam deva mayam tad bhavai rajitendriyaha pralobhitaha patati andhe tamasi agno patangava. Запомните эту замечательную шлоку. What is saying? Тут говорится. Those women, I already told, Bhagavan speaking, this creation is excellent creation. They can do anything. They can do anything. Творение Бхагавана совершенно. One woman can set fire all over the world. Одна единственная женщина может заронить раздор во всем мире. Женщина, которая является творением Господа. Кришна говорит Удава Махараджа, Удава. Те, кто приняли отреченный образ жизни в саньясу и брамачарию, их полубоги постоянно пытаются сбить с пути. Always try to make him fall down.
полубоги, майя, постоянно стремятся сделать так, чтобы они пали. Но когда они видят, что саньяси обладает гуру Ништхой, обладает глубочайшим бхакти, готов отдать жизнь за гуру Варгу, майя деви и полубоги понимают, что они безвластны перед таким саньяси. Они не просто перестают чинить препятствия такому саду, но способствуют его продвижению в баджане. Вначале они начинают завидовать. Какой-то человек превзошел нас, вышел за пределы материального мира, достиг Галоковриндавана. Нет, мы не позволим ему сделать это. Ну, нечто подобное происходит в нашем обществе. Разные... То есть последователи разных организаций чинят друг другу проблемы, препятствия, соревнуются, соперничают. Почему? Потому что майя господствует повсюду. He's a good personality, very nice man, very nice wisdom, speaking the truth, so I'll throw him out. И когда какой-то хороший, то есть они стремятся прогнать хорошего вайшнава из своего общества, чтобы он не создавал конкуренции. When somebody going to enter into renounce order, first of all, they can try to go against you all the time. То есть прежде всего, то есть когда человек начинает преданное служение, полубоги и майя чинят ему препятствия. Он может пасть, но по милости Гурупада Падмы этого не произойдет. И в конце концов они прекратят беспокоить такого преданного. Полубоги, сам Шанкар Бхагаван будут помогать. Как вы знаете, Шанкар Бхагаван стоит за преданным и охраняет его своим трезубцем, который представляет собой сатва, раджа и тамагуну, уничтожает тех, кто чинит проблемы чистому преданному. Вы не можете... На этом я должен остановиться, чтобы... Еще осталось время для киртана. Тот, кто не может подчинить себе органы чувств, столкнется с проблемами. Я сам видел множество примеров этому. Женщины приходят к саньяси. Махарадж, разрешите мне постирать для вас. Махарадж, разрешите мне сделать это, то. Я видел это в разных матхах. То есть в виде служения женщина может прийти и заставить пасть. То есть она приходит, как будто бы совершать севу, но под маской этого заставляет саньяси пасть. Поэтому чистый преданный не позволяет никакой женщине прикасаться к себе или и даже находиться в ближнем окружении. Подлинный саду очень осторожен. Он строго следует всем правилам, предписаниям для того, чтобы защитить себя, защитить свою силу. В
противном случае он лишится ее. Тот, кто не подчинил себе чувства, но общается с женщинами. Все равно, что мотылек, который летит на огонь, их влекет к себе свет огня, и они летят прямо на него, хотя, возможно, понимают, что сгорят. И также такой саньяси, такой человек падет раз и навсегда. Поэтому садху должен быть очень внимателен. Есть ведь столько правил предписаний, но кто сейчас следует им? Ведь даже мобильные телефоны не разрешены садху. Но кто будет этого слушать? Кто будет это слушать? В Бхагаватам есть доказательства этому. Но кто будет слушать? Меня назовут сумасшедшим, если я буду говорить об этом. Кто будет проверять телефоны брамачари и саньяси? Пусть они предоставят телефон, и мы посмотрим, как они... То есть и там наверняка мы увидим, как они общаются с женщинами. И однажды я в читании Гаудия Матхи читал Аник, повторял Гаятри. И с самого утра, то есть наблюдал, как один саньяси с утра до вечера, весь день напролет разговаривал с женщиной или с разными женщинами. Я сейчас не придумываю что-то, я просто говорю факт, который сам наблюдал. Ни саньяси, ни ачари, ни брамачари не должны иметь телефоны. То есть имеется в виду смартфоны и так далее. То есть, да, они могут использовать это в преданном служении, но если они могут использовать это в преданном служении, но если они наслаждаются этим, погружаясь в майю, они запрещаются. Таким образом, погружая себя на самые низы. Майя ужасно сильна. Даже Шанкар Бхагаван не может бросить ей вызов. Даже он не вправе сказать, что вышел из-под влияния Майи. А теперь постарайтесь осознать, что есть Харибаджан, необходимость совершения Харибаджана. Насколько необходимо совершать Харибаджан. Многие приходят ко мне, а потом отвергают. Но я счастлив. Я не хочу, чтобы ко мне приходили все подряд. Я хочу лишь избранных. Хочу, чтобы меня окружали лишь избранные люди. Discuss anyway. So,
Баушамбаванте, Манушья Мартада Манитта Мапиха, Эдхира, Турнам Джатита Напатеда, Анумитту Явад, Нисриас, Сайяха, Вишаяха, Калу, Сарватаха Шат, Ванча Калпатарусяки, Синдгавиша, Патитанан Павана Бхио, Вишна Бхио Нама. Now you do some kirtan. Now you do some kirtan. Mahamantra and some kirtan. You can do some kirtan. After that, you can stop. So, and Purushottam Vrato mantra you can also chant. Повторяйте также мантру Пурушоттама Врата. Хотя я думаю, все ее знают. What is the starting? I speak always. Govardhana dharam mande, Gopalam gopurupinam. This mantra, no? Govardhana dharam mande, Gopalam gopurupinam. Gokulo mas, Gur gokulo sava mishanam, Govindam gopika priyam. This mantra you can chant. It's very special power. Do some kirtan, I can go ahead. Это очень могущественная мантра, и ее нужно повторять. Постарайтесь осознать Харикатху и не злитесь на меня. Если вы поймете, осознайте ее, вы достигнете успеха. Jaya Govinda Jaya Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Govinda Hari Govinda Jaya Кришна, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai, Radha Raman Hari. Govinda Jai, Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai, Radha Raman Hari. Govinda Jai. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Raman Hari, Govinda Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Raman Hari, Govinda Jaya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya, Radha Raman Hari, Govinda Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Raman Hari, Govinda Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Raman Hari, Govinda Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Raman Hari Govinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol. Hari bol, Hari bol, Nitai Gaur Hari bol, Hari bol, Hari bol, Nitai Gaur Hari bol, bol Hari bol, Hari bol, Hari bol. Vancha kalpadoshi ke basindu bhavishya patitanang pavane bhavishna bhyun. Govardhana dharam mandi gopalam gopurupina. Gokula Mahasavayati Shanam Govindam Gopika Priyam. You can chant this mantra some in mala or you can go on reciting. It's very important. You can get power. So let me go on. Huh?